Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джек Шепард, и мы продолжаем наше путешествие по миру Готики 3. А и как помните, в прошлой серии мы с вами, ну да, Steam, снова Steam, в непонятные какие-то места ушли, где я не был никогда. Вот там я что-то вроде вижу, виднеется, нам вообще направо. Да, нам направо, но мы с вами вот до этой горки добежим все-таки. Там он уже Иштар виднеется, но мы туда не пойдем. Мы и побежим направо. Пока я хочу посмотреть, что здесь есть. А записываю я сегодня довольно-таки поздно. То есть прошло какое-то время после того, как я записал предыдущую серию. А, и у меня что-то побаливает голова. Поэтому я могу иногда сбиваться с мысли. А, ну и не хотелось бы, чтобы она мне взорвалась, пока я записываю видео. Ладно, я шучу, я жив. Все хорошо. Не знаю. Видите, я уже начинаю. С ума, шакал, умри, все хорошо. Так. Что в итоге? Еще один шакал. Может, с выстрела убью? Да. Я крутой, однако. Так, а вот там что такое? Ой. Ну, ладно, я туда не пойду. Мы с вами идем сюда. Здесь по-любому интересней. Шел-шел, никого не трогал, заплутал вообще в непонятные места. Огонь. Огонь движется. Это ведь не огненный голем. Это именно огненный, мать его, голем. Сохранимся. Так, чем я его могу бить? Я его, наверное, могу вот этими стрелами бить. Неужели не двигаться? Я ему, по-моему, даже не попал. Ну да. Попал. Попадание есть. Он бежит. Второе попадание. Тихо, спокойно. Половина жизни. Снесли. Хорошо. Шмальнул огнем. Не беда. Еще раз. И убили. Да! So bad. Сердце огненного голема. Теперь я могу взрывные стрелы делать. Ну, то есть я их делать-то мог до этого. Теперь могу хотя бы этим пользоваться. Справа вообще что-то там интересное вдалеке виднеется. Неужели ничего не охранял? Я так надеялся. Так, ладно, туда мы потом сходим. Идем дальше. Продолжаем движение по курсу. Примерно на север бежим. Опаньки. 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 Это как я тут не заметил? Это как это? Так это? Ну-ка. Спокойно. Неужели здесь ассасины? Нет. Еще на шнык на кого-то напал. Освобожден раб. Он раба бьет. Нападай ему, раб. Нападай. Да блин, его сейчас убьет. А я супер косой. А нет, он нас. Чё, Нефариус? Это ж маг воды! Это ж маг воды! Это маг воды! Это маг воды! Маг воды! Из Готики 2. Маг воды. И он не один. С ним кочевник. Пацаны. Пацаны. Я вас знаю. Пацаны. Опаньки. Шныги, там спуск куда-то. Я не я, если не проверю. Как я их технично. Первый, второй, третий. О, внутри еще столько же. Спокойно. Без паники. Спокойно. Без паники. Без паники. Без
Спокойно, спокойно говорю. Хорошо. Так, чё тут? А тут ничего. Ничего, ничегошеньки. Только эти ребята и были. Ну ладно, мы нашли Нефариус. Вообще, я думаю, я откажусь вот от той идеи, которая у меня была безумная, что убить магов воды, там репутацию набрать у этих ребят. Я буду за... О, там алхимический стол. Привет, Нефариус. Right, братка, ты выглядишь взволнованным. Ну давайте спросим, типа, мы знакомых, чтобы он рассказал нам историю. Вдруг кто-то из вас тоже не помнит Нефариус. Have we met? You're joking. You must remember me. I am Nefarious, mage of the Circle of Water and servant of Adenos. We even worked together in the colony, back when you defeated the Sleeper, and we also opened the way to Jarkander for you. You seem agitated. I am just about to unravel the mystery of Harren-Ho, and you can help me. Так, расскажи мне о Харрен-Хо. Tell me about Harren-Ho. Harren-Ho was a great warrior of the Ancient Ones. His travels led him deep into the desert. There he learned the nomad's way of life, and came to cherish it. Finally, he gave up his old life and joined the nomads. And then? His decision angered the rulers of the Ancient Ones. On their orders, the hunt for Harren-Ho began. And now comes the good part. Harren-Ho recognized the wisdom of the Water Mages, and understood the power of Adenos. Thus he was able to hold off his pursuers again and again. Does that mean he worked magic? I assume so. Так, что было дальше? How does the story continue? Ultimately, the warriors of the Ancient Ones succeeded in killing Harren-Ho, but the nomads stole his corpse and took it to a tomb. And do you know where the tomb is? They took him to a stone tomb in the Green Valley. A cave? Yes. Have you noticed the dead trees? You mean they are the remains of the Green Valley? Exactly. There we will find his tomb and, with a bit of luck, his magic. Офигеть. Давай искать вместе. Let's look for the tomb together. Good, I'm ready. But you go first. Ну да, учитывая, что не знаю, куда идти. Good. Ну, окей. Я так понимаю. Нам вон туда куда-то. А, ладненько. Ладно, ладно, разберемся. Песчаный шнык. Мочи магии. Где ты? Где ты? Магии. Мочи магии. Где ты? Куда он делся? Сейчас не понял, куда, где Нефариус. Ты посмотри точно. Погодите, Нефариус где? И продолжают убивать шакалов. Я знаю, логика, все дела. А вот он. Нефариус. У меня вот проблемка. Маленькая такая. С зубами. То есть вот так вот, да? Вот таким с твоим напарником. Ну да, только на тебя напали, ты, конечно же, прибежал помогать. Я, говорит, об этом позаботился. Отстой ты, чувак, вот ты отстой. Я тебе доверял. Так, ну ладно. Долина, говорите. Зеленая когда-то была. Офигенное место. Может, фаерболами шмальнешь, нет? Да откуда их столько? Не игрово так, ой, не игрово. Уходим. Спокойно. Хорошо все. Еще двое. Нормально. Я думаю, он справится. Ой, умри. God damn it. Нет, неужели они его забьют? Вот видишь, да я тебе помогаю. Чертов маг.
Так, хорошо, мы пока что продвигаемся, но как-то все это так не круто происходит. Даже не знаю, еще шакал. You showed him. Well, that takes care of that. Шакал. Можно я не буду мазать по твоей заднице? Спасибо. Бедные собачки, блин, да? Которые пытаются меня укусить. Они бы мне глотку перегрызли, я думаю, если бы могли. Так, мы движемся вперед. Я бы сохранился. Учитывая, что этот шакал сейчас на меня нападет, и там он не один. Ой, ты мочишь фаерболом, да? Well, that takes care of that. Окей, смог. Убил. Так, ну что? Таинственный подъем. Тихо, 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 тихо. Гаргулья. Угу. Так, сразу яд, сразу яд. Ай, она не травится. Давай, льдом ее. Давай. Давай. Убили. Классно. Вы посмотрите, насколько он больше меня. Какие-то древние войны. Ко мне драку. Тихо. Помогай. Смотрит на меня. Сори, не смог. Отойди. There. Хорошо. So much for you, filthy beast. Так, окей. Но нам бы сейчас твоя магия в пещере-то. Доставай стрелу, господи. А он стоит ему норм. Бей, бей, бей магией. Хорошо, ой, красавчик. Ладно, мы начали с тобой срабатываться. Что меня радует. Отведи Нефариуса гробницы Харренхолл. Ха, a cave. Let's take a look. Are you sure? I thought I heard something. Of course you heard something. Caves like this are always full of monsters, undead, or the like. You don't say. Really? This isn't the first cave I've entered. Then go take a look. I'll cover the rear. Just tell me what. Блин, ты такой капец. Ты хучий напарник Эва. Но делать нечего. Хорошо, что у нас есть огненные стрелы, и у нас их много. Идем аккуратненько. О, ну да, ползун, и там ползнул. А, ты со мной все-таки. Я думал, ты меня совсем предал. Блин, чувак, держись. Прикрываю, как могу. Давай, заморозь их там. Сейчас, погоди, вот того подожгу. Нет, не смог. Блин, зря стрелы трачу. Бери острые. Давай, давай. Умри. Братиш, держимся. Давай, не фарился там. Не умирай, главное. Все, убили. Хорошо. Все хорошо. В гробнице ничего опасного нет. The tomb is safe. Then we can look around in peace. Давай. Да, тут кто-то был.
Hey you, what are you doing sneaking around? Это пещера. Успокойся. Подумаешь, присел тут, решил потырить всякого. But the time of the great beings had come to an end. For thus was the will of Adonos. And Adonos called a flood, and the being was washed off the earth. Хорошо, древние знания плюс. There's nothing new here. Хорошо. Эта табличка точно не будет читать. Ну что? Ну, научился колдовству? And have you learned the magic? I'm beginning to understand the context. It will be enough to teach you the necessary components. I will teach you the ancient spell. Какое заклинание? Я хочу следовать путем знания. Ледяной взрыв, семечко включение 6 золота. You aren't ready for that. 58 древнего знания. Да нет, наверное. А, табличка, успей, давай, читай скорее. When the servant of Enos realized what was happening, he had the five divine artifacts brought into the temple, and the people of Verint perished. Staff and scepter sank down into the waters. Так, ну ладно, мы, видимо, все сделали с тобой. Я могу ходить. Это было клево. Это офигенное место. И мы уходим, сейчас пойдем в правую часть. Ты смотри. Офигеть. Это вас вся горгулья тут убила, что ли? Давайте по горке тут. Я знаю, что это калечно, но... Может, это немножко убыстрит наш путь? Точнее, ускорит. Что за убыстрит? Нет такого слова. Да, все правильно, туда идем. Но здесь, по идее, ничего быть не должно, так как мы здесь быть не должны. Даже смотреть туда не буду. Просто идем дальше. Приближаемся к Иштару. Не приближается ночь. Что не круто. Да, посмотрите, как я шикарно вышел тут. Вот здесь вот мы с вами были и пошли туда. Сейчас вот аккуратненько спустимся. Вон там еще какая-то долина, я там даже что-то вижу. Аккуратно. Аккуратно давай. Скалолаз ты наш. Все, спустились. Хорошо. Пока врагов нет. Там пещера. Идем туда вообще без всяких вопросов. Нет, не идем. Нафиг. Хотя, может, я все-таки смогу. Так, бежим. Ну, я хорошо их поджарил. Тупые.
Огонь. Вам нравится огонь? Я думаю, что нет. Новый уровень. Классно. Всякого собрали. И да, уже темнеет, уже темнеет. Может, это пещера с людьми? Может быть, там у них есть. Да по-любому. Может быть, там у них есть кровать, где я мог бы отоспаться и новые приключения пуститься, но я уже так не думаю. В основном вот по этим вот останкам. Вот хорошо, что мир настолько глубок и проработан, что ты осознаешь действительно глубину вот всего того, что здесь происходит, и что вот, ну, не только вот для тебя вот этот уровень сделали, да, ты бегаешь, как бы, и в реальном времени все происходит, но тебе показывают, что шелудивая тварь. Окей. Возможно, это квесты какие-то были. Но тебе показывают, что здесь и до тебя была жизнь, вот эти всякие титаны, там трупы все мегагигантские. Это все круто. Возможно, это главный лев. Беги. Нет времени объяснять. Ходим. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Без паники. Умри, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Лёва. Хорошо, молодец. В чем разница между простыми львами и шелудивыми? Пока не знаю. Я чую, я просто чую, что там ничего хорошего нас с вами не ждет. Ну вот уже лев, например. Конечно, тебя от стрела не откинет, но у него урон гораздо больше по сравнению с простой стрелой. Да тут капец, сколько львов! А, капец! Черт, 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 черт. Я думаю, они уже за мной не идут. Да, не могут. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. А я-то могу тут стоять, а вот-то нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Было бы классно, если бы я сейчас поскользнулся и к ним скатился. Я уверен, что у меня есть какая-нибудь прикольная магия. Например, вот это вот, заряд холода. Получай! Получай. Чем еще? Вон молния какая-то есть. Получай. Получай. Что еще есть? Огненный меч фаерболом. Еее.
Я знаю, что это не быстро, но... Медленно, наверное, да? Медленно, наверное. Нет. Не, а. Стоп. 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 Хорошо. Да хватит есть мясо уже, господи. Итак, я сохранился, я готов идти внутрь. Я не знаю, что там. Сейчас, ребята, как-то соберу всякого. Но их очень много выбежало оттуда. Еще один. Я уверен, что он не последний. Я был прав. Почему их называют шелудивыми тварями? Это должен быть какой-то квест. Просто обязан быть какой-то квест. Ну какой? Не-не-не, наверх, наверх. Давай наверх. Ты офигел? Вы офигели оба? Вообще все попутали? Нет, еще не последнее. Все-таки я думаю, что это квестовые парни. Уже ночь, давай торопиться, а? Так, ну, как обычно, на перед входом в пещеру сохранится. Я уже, правда, зашел и убил двоих. Я видел, да? Еще двое. Я чуть не кончился сейчас. Я слышу, как он горит и бежит за мной. И такой типа I'm on fire. Я чуть вообще... Инопланетянинчик рядом со мной сидит уже годовалый, и рядом с ним теперь новый его братик вылез из меня. Капец, вот зачем вы так делаете, а? Тебе нравится это, да? Сволочуги. Хорошо. Ну что, там еще? Последний, что не... Да их вообще трудно. Чего у вас так много-то, блин, а? Хотя бы подожгу. Капец, самые сильные враги в игре это львы. Пока что. Тут целое кладбище львов. Ну хоть ты-то успокойся. Не глупи, как твои друзья. Так, пока тут не убежал, надо его одного выхватить. Нет, их два. Я дурак. Простого льва убил. Остался лишь этот. И с ним мы сразимся на клинках. Ну, блин, я вообще не понял, сам что сказал. Со львом на клинках. Сейчас он свой только клинок достанет, блин. Так, спокойно. Не паникуй. Еще не все? Или он действительно не квестовый?
Зачем я убиваю львов? Я сам не понимаю, зачем я это делал, но... Видимо, по приколу. Сохранимся. Неплохо мы продвинулись с этой пещерой. Но, видимо, все-таки больше тут никого нет. Ну, это простой лев. Нет, не шелудивый. Но я вам почти вообще ничего не сношу. Не-не, так нельзя. Не-не-не. Хлеб, действительно, дофига хлеба было. Тушеное... 40%! Тушеное мясо. Умри, все. Левыч, не паникуй. Нет, все. Это конец. Эти львы, видимо, не были квестовыми. Я так старался их убить. О, сундук. Кованый. Ладно, оно того стоило. Варанти, он способен заменить меч палача. 12 тысяч. Что? И вот это заклинание. Ладно. Признаю. Очень хороший куш. Я вообще за карты где-то. Так. Ну что, теперь идем в Иштар. Других вариантов нет. Это было интересно. Самое классное действительно это чувство, как, когда ты как будто бы в первый раз. Надеюсь, когда-нибудь я забуду. Knights of the Old Republic, Star Wars, Mass Effect и все такие игры, чтобы вновь сесть за них. Ну, то есть, знать управление там, да, какие-то основные фишки игры именно, то есть, чтобы не нубить, но просто забыть напрочь сюжет. Ну, я думаю, я сейчас умру. Нет, у меня акробатика, я не умру. Должен ли я здесь что-то найти? Стоп, там что-то есть. Там есть огонь. Там есть колодец. Там есть люди? Да, ассасины. Парни. Парни, Заркос какой-то. I am Zarkos, the Lion Hunter. This is a very dangerous area here. What brings you here? Teach me some. I can do that. I know a lot about hunting. However, you will pay me for my knowledge. Ну, давай. I want to learn. Я думаю, все знаю. The best teacher is at your service. Ну да. Лучше учитель все дела. Ничего мне не надо было в итоге тебе. Боец, боец, боец. Так, ну ваш лагерь, смотрите, как где. И даже никак не отмечен. А, ну что, давайте здесь тогда закончим серию, отоспимся. И утром пойдем в сторону Иштара. Ну, я думаю, нас туда не пустят, насколько я помню. И мы отправимся из Иштара направо. Вот эту всю территорию осмотрим. Двинем к Моросул.
Надеюсь, к тому моменту вы мне напишите все-таки, где искать последний ключ. С вами был Джек Шепард. Большое спасибо за просмотр. Увидимся и счастливо!